Итак, микрообзор китайской КВ-радиостанции X1M. Вот такое вот микроизделие. К сожалению, при солнечном свете не очень хорошо виден дисплей. О, сейчас вообще шикарно. Черно-белый дисплей, достаточно информативен, мелкий, но я вижу, выдает очень много информации о работе. Вот так вот сейчас мы посмотрим издалека. Значит, радиостанция перекрывает полный весь КВ-диапазон, да? Да. Работает верхняя боковая, нижняя боковая. И телеграф, да? И телеграф. Положим зажигалочку для вида. Так, что тут у нас есть? Полностью необходимое все для работы. Опа. Габариты просто потрясающие. Ставим зажигалку для внешнего вида. Питание 12 вольт у нее, аккумулятор. Да? Да. На выходе 5 вольт. Вот батарея. Батарейка. Ага, вот эта батарейка в комплекте с ним идет. Так, для вида, это батарейка к радиостанции. Все увидели батарейку. Вот, идет в комплекте. Поехали дальше. Вот тангента. Микрофончик, нет, тангента вот такая вот. Слушай, потрясающе. И динамик, то есть он может работать со своим динамиком, да? Да, да. 5 ватт у нас на выходе. Да. Верхняя, нижняя, боковая, АМЧМ нет, есть телеграф, правильно я понял? Да. Так, скажи, пожалуйста, здесь ДСП что-нибудь в этом плане нет, есть? Нет, ничего, здесь прямое преобразование. Ага, это еще прямое преобразование, да? Это у нас валкодер вот. Да. И громкость. Да. Я понял, все управление через меню, все режимы у нас ставятся через меню. Потрясающая вещица. Ну, вот так вот выглядит. Очень компактный, маленький. Я даже не знаю, на что-то похоже. Это чуть меньше видеокассеты, если еще помните, такое и есть. А это еще к нему динамичек, нет, да, можно внешне? Ну, это я взял. Ага, просто в комплект. Это все в данный момент запитано к нетбуку и работа в цифровых модах. Потрясающе. Сейчас попробуем прикрыть. Нет, сейчас не получится, наверное, снять. Ну, так, серединка на половинку, как бы показать, что оно такое, что оно работает. Кат-интерфейс айкомовский. Без проблем коннектится. Да, вот, хам радио Deluxe, сейчас как раз подключим. Сейчас. Я сейчас поговорю вот так вот, о, потрясающе. Ну, зеркалит немножечко, но тем не менее, есть, я так вот понимаю. Я, допустим, переключаю валкодером. Ага. Вот. Да, вижу, пошло. Вопросов вообще никаких. Потрясающе. Вот такое вот, ребята, бывает уже делают. А стоимость, если не секрет, это $300. Я думаю, что это более чем как бы вменяемая цифра за такое радио оперативно взять с собой где-то выехать. Ну, кстати, вот так вот, так вот выглядит рабочее место оператора. Все очень компактно, все очень маленько. Шикарно. Что я могу сказать? Несколько еще боковых. Ну вот, с чем вас и поздравляю. Китай начал делать КВ-радиостанции. Прямое преобразование, но тем не менее все имеет право на жизнь, все работает, все прекрасно отрабатывает. Ну, такие вот вещи. Все, надеюсь, кому-то это было полезно, кому-то понравилось. Всем удачи, 73.